Сейчас покажу вам, как поляки продают машины. Один из методов, как они это делают. Вот смотрите, есть парковка, кстати, бесплатная. Здесь супермаркет. Вот здесь вот проходит аллейка между жилыми и спальными массивами. Туда вот тоже. И на бесплатной парковке на крайних местах. Вот здесь один автомобиль. Вот здесь второй. Я сейчас вам оба их покажу. Вот первый Шкода Октавия. А7. И вот смотрите. Вот вам даже покажу. Вдруг кому-то понравится, можете даже позвонить и поинтересоваться, купить. Это реальная продажа, реальный автомобиль. 2015 год, да, телефон есть. Вот. И вот он стоит здесь сутками и возле проходного места продается. Значит, Toyota Auris, вроде бы Auris, если я не ошибаюсь. Тоже вот покажу вам объявление, да, с пшедом. Здесь у нас 1.4, 2014 год. Вот, кто захочет на паузу, может поставить и себе прочитать. Это у нас, да, как я и сказал, Toyota Auris. Да? И таких машин здесь на парковке можно иногда встретить вот как несколько, да, как где-то на базаре. Ну а кому понравилось видео, подписывайтесь, я рассказываю о недвижимости и жизни в Польше. Как видите, иногда попадаются и автомобили. Ну и пока, до следующих видео.